Я тут уже здесь остаюсь, и мне эта страна нравится. Я люблю Украину. Я хочу, чтобы был мир тут. Мы могли жить мирно и обеспечивать семью, и выполнять мою работу спокойно. Ничего святого таких людей нету. Моральных принципов не может быть. Это пациенты. Здесь не находятся ни объекты критической инфраструктуры, ничего. Здесь проходят лечение, специализированное лечение, пациенты области и иногда даже приезжают из других областей к нам.